На Камчатке по полгода неприятная погода, и всего лишь на 3 года приезжают все сюда. Но посмотрят на вулканы, на Авачу нашу глянут, остаются здесь надолго, а иные навсегда. Остаются здесь надолго, а иные навсегда. Лед и пламя — это прямо про камчатские вулканы. Сверху снег, а снизу лава, и отчаянно трясет. И да я пойду-ка встречу с такими... Да, стой, 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 держи. Держите. Ох ты, ой, с такими... Да, да. С такими... Здравствуйте. 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 Привет. Бог ты мой. Пока мы вам дарим шарики, да. Вторую-третью часть партизанского балета чуть поздно. Позже. Я сколько лет, сколько зим. Тебя давно так не видела. Давай-ка ты тоже вспомни что-то. Лед и пламя – это прямо про камчатские вулканы. Сверху снег, а снизу лава, и отчаянно трясет. Но по всей большой Камчатке от селичек до лопатки этих самых извержений не пугается народ. Этих самых извержений не пугается народ. И за климатом бывает, самолеты не летают, и снега нас заметают, и цунами нам грозят, и порою к нам медведи ходят в гости, как соседи. Все равно здесь очень много замечательных ребят, все равно здесь очень много замечательных ребят. Только скажем между нами, если вы здесь за деньгами, если вы сюда жлобами, на Камчатке вам не жить, потому что денег груду заработать можно всюду, а Камчатку надо, братцы, очень искренно любить. А Камчатку надо, братцы, очень искренно любить. О, сейчас вспомнила смешную историю. Я с Сахалина летела... По-моему, это... Нет, это было в Сибири. В общем, застряла я в Сибири в каком-то аэропорту. А там народу было много, и играл на семиструнке кто-то из лагерников. То ли освободился, то ли еще что-то. И вот он играл, такие песни играл классные. Я к нему подсела, заслушалась, вот, а у меня гитара, он говорит, ну что, говорит, расчехляй. А он, главное, пел, я так вот с таким, он такие вещи пел интересные. Да, 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 это какие-то песни, то ли лагерные, то ли еще целый цикл, да. И мне пришлось расчехлить, и первое, что я стала петь, он говорит, слушай, классная песня. И он меня заставил ее 5 раз, наверное, спеть. Говорит, пой еще, пой. Да, да, он потом на семиструнку. Я говорю, вот это наши местные авторы. Да, вот эту песню я ему спела, ему очень она понравилась. Но он такой весь бородатый был. Вот, в каком году была? Ну, это был где-то... Ну, наверное, 83-й год. Это был 83-84, наверное, вот в этих периодах. Я просто летала периодически, не на фестивале, это была другая совершенно поездка. Вот. Но гитара у меня была с собой. Гитару ты возила? Да, да, я часто ее возила.